Земли всем может не хватить. Едва Барнауле перевели дух с переходом на бездолевое строительство, возникла новая проблема. Как за 5 лет в рамках нацпроекта ввести в край 5 миллионов квадратных метров, при том, что основной объем квадратов ложится на Барнаул? В настоящее время город обеспечен земельными участками, отведенными под строительство многоквартирного, многоэтажного и с учетом индивидуального жилищного домостроения в объеме 3,9 миллиона квадратных метров. Если принимать во внимание всю программу, необходимо еще 1 100 000 квадратных метров. Целый 1 000 000 квадратных метров планируют просчитать с генпланом. Как вариант, выход в соседние муниципалитеты. А пока называют точку под застройку во Власихе, в районе горы, новых кварталах, в центре города. Планы на поток, подчеркнули, требуют доработки. Но что общее, у всех участков отсутствуют коммуникации. До июля их прокладывали застройщики, а теперь банки на это деньги не дают. Я сегодня взял землю вообще без торгов. Никто не пошел. Я как единственный участник взял. Это индикатор того, бизнес хочет строить или нет. Не хочет. Почему не хочет? Нет экономики. Мы должны уже сегодня понимать о том, что там нет тех условий. Когда они появятся, когда там появится инженерная инфраструктура. И для того, чтобы там начать строить сегодня, ну просто нет физической возможности. А появление бюджетных объектов, школ и детсадов уже не проблема, а кризис. На этом фоне несколько компаний в Барнауле обанкротились. При строительстве соцобъектов теперь используют федеральный индекс расчета стоимости, он ниже регионального. В итоге компании работают в убыток или просто не берут эти объекты. Сметная стоимость строительства детского сада на 320 мест на основе УФР с федеральным индексом составляет 162 миллиона. А сметная стоимость территориальными индексами по видам работ 190 миллионов. Обсуждение новых для жилищной сферы правил в Барнауле продолжится, а сейчас все силы застройщиков брошены на объекты. Если до 1 октября они успеют возвести дом на треть, то продолжат работу над ними по-старому, без эскроу-счетов. На новые правила пока перешли 4 застройщика Барнаула. Анастасия Драган, Алексей Фризин, «День с толком».